В минувшие выходные прошли заключительные соревнования юбилейной 15-й спартакиады руководителей города. Участие в последнем ее виде приняли 8 команд, по 3 человека в каждой. Результаты сегодня у призеров были достаточно неплохие, убедительные. И те, кто, значит, замыкал, так сказать, восьмерку участников, тоже неплохие результаты по сравнению с прошлым годом. Думаю, что наши возможности расширятся с учетом года бассейна 50-метрового, где будет больше возможностей там и отдыхать, и тренироваться, и, наверное, выходить на более высокие результаты. Высокие результаты в плавании показали сборные отдела внутренних дел, они на третьем месте. Серебряные призеры соревнований по плаванию – команда «Союз предпринимателей». Золотые медали завоевали спортсмены общества «Белоруснефть». Участвовал на соревнованиях, вспомнил молодость, как оно вообще, праздничное настроение. Ну, соответствующие, конечно, результаты, за соответствующие результаты, соответствующие награды.